Всем привет! В сегодняшнем видео мы поговорим об обновлении Evernote 1.8. Пока что скриншотов только 5. На первом скриншоте мы видим какую-то комнату, которая больше напоминает айскрим или мистер Мита. Сразу видно, комната была заброшена, ведь там много паутины. А также есть вентилятор. Такое ощущение, как будто это комната охранника школы, которой уже нет. Поэтому эта комната и заброшена. Также, если присмотреться, здесь есть телефон. Второй скриншот. Мы видим канализацию. Канализация монахини у нас уже есть, поэтому, возможно, это вторая часть той канализации. Третий скриншот. Концепт арты новой одежды монахини. Crown, корона, golden cross, золотой крест. Скорее всего, это будут новые предметы в магазине, хотя крест у нас уже есть. А также нам показывают узор на новой одежде монахини. Четвертый скриншот. Новый дизайн комнаты. На данный момент мы можем купить украшения для комнаты. Но здесь, как я понял, показывают второй вариант, который появится в этом обновлении. Здесь у нас есть белые обои, картина с шаром. Не помню, есть ли сейчас флаги, но в любом случае здесь показаны флаги в фиолетово-желтых цветах. На них изображен шар. А также новый дизайн кровати, а именно подушки и одеяла в шарах на темно-зеленом фоне. Также мы видим новую куклу. На данный момент у нас есть кукла монахини на полке, но сейчас у нас ребенок в маске. А также появился разноцветный ковер. Пятый скриншот, самый интересный. Здесь мы видим выход из канализации, и скорее всего именно здесь будет новая секретная концовка. Да, кто не знал, будет новая секретная концовка. И также киплерианцы сказали, что в этом обновлении раскроют секреты Назрата. Так что третьей части, возможно, не будет. Вернемся к скриншоту. Мы видим лестницу, которая ведет в какую-то дыру. Может быть, это труба, некий новый выход из прачечной. Теория, я считаю, бредом, но быть она может. А также мы видим, как назвать, укрытие типа, где есть крыша и палка, на которой как раз таки эта крыша и держится. А еще там есть стул. А также что-то типа удочки, но я так подумал, когда впервые увидел этот скриншот. Ну, здесь вроде как не удочка, а что-то типа удочки, но не удочка. На конце какой-то круг. Даже не знаю, что это может быть, но думаю, что это как-то связано с новой концовкой смерти. Больше здесь нету ничего интересного, только стена, камни и песок. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Если я сказал какой-то бред, то поправьте меня в комментариях. Всем удачи и пока.